Подождите секунду. Две минуты, спасибо. Добрый день, извиняюсь, что прерваюсь. Здравствуйте, приятно познакомиться. Мне тоже. У вас когда-нибудь уже проходили собеседование по веб-камерам? Давайте для начала я расскажу вам о работе. Это не просто работа, это скорее самая важная работа. Эту должность мы называем начальник управления, но на деле круг ваших обязанностей будет гораздо шире. По правде говоря, требования довольно высокие. На первом месте в этом списке стоит мобильность. Вы будете находиться на ногах практически все время, постоянно работать стоя, постоянно нагибаться и постоянно демонстрировать нам высокий уровень своей выносливости. Хорошо. Так много всего. И сколько часов это все? 168 часов в неделю. В общем, 24 часа в день, 7 дней в неделю. Я уверен, что время от времени я смогу просто посидеть. Вы имеете в виду перерыв? Нет, перерывы не предусмотрены. Это вообще легально? О, да, конечно. Хорошо, значит, без обеда? Вы можете поесть, но только после того, как пообедает ваш партнер. Мне кажется, это перебор. Нет, это безумие. Эта работа требует высокого уровня коммуникабельности и дипломатических качеств. Мы ищем человека, который, возможно, имеет ученую степень в медицине, финансах и кулинарии. Вы должны уметь носить несколько шляп. Партнер нуждается в постоянном внимании. Иногда вы должны будете работать с ним всю ночь. Вы должны уметь работать в полном хаосе. Если у вас есть личная жизнь, забудьте о ней. Никаких отпусков, а в День Благодарения, на Рождество, Новый год и остальные праздники ваша нагрузка повышается. Это наше требование. И, конечно, хорошее настроение. Это жестоко. Это похоже на какую-то шутку. Но когда же мне спать или... О, нет, времени на сон. Да, то есть занимает все время. Абсолютно правильно. 365 дней в году? Нет, это бесчеловечно. Это безумие. Та связь и те чувства, которые возникают между партнером и вами, бесценны. А что ж, давайте поговорим о зарплате. На этой должности вы не получите ничего. Что, простите? Нет. Никто не будет делать это просто так. Да, абсолютно бесплатно. Нет. Что, если я назову вам людей, которые уже работают на этой должности? Миллиарды людей, точнее. Мамы. Мамы. Это потрясающе. Им нужны все эти навыки, не так ли? О, Господи. Мамы лучше! Да, без оплаты, 24 часа, всегда рядом. Теперь я думаю о своей маме. Да, о чем именно? Думаю о всех бессонных ночах и вообще. Спасибо большое за все, что ты делаешь. Я знаю, не всегда скажешь, что я благодарна тебе, но это действительно так. Мама, я хочу сказать тебе спасибо за все, что ты делала. Я тебя очень люблю. Ты была рядом со мной в любой момент. Моя мама просто потрясающая. Просто потрясающая.